times you keep yourself protected. When I say stop, you stop. If you want to touch gloves, do it now. Марк Годдард объясняет правила Крис Сайберг и Аманде Нунес. Собственно, эти правила они и так прекрасно знают. Это чемпионское противостояние в полулегком весе. Обладательница трофея Крис Сайберг против претендентки Аманды Нунес, которая является чемпионкой в легчайшем дивизионе. Это co-main event турнира UFC 232, Arena de Forum в калифорнийском Инглвуде. Итак, смотрим. Сейчас Аманда Нунес постарается стать третьим бойцом UFC, который обладает или обладал сразу двумя поясами. Первым стал Конор Макгрегор, вторым Даниэль Кормье. Оверхенд справа не получился и начинает идти вперед со своими мощными ударами Крис Сайберг. Да, Нунес... Хороший лоу-кик и попала после этого еще и справа. Нунес, настоящая заруба на старте. Посмотрите, что происходит. Попадает Аманда Нунес. И сейчас присела на одно колено Крис Сайберг. Еще одно попадание. Да, удается Нунес проваливать соперницу. И, судя по всему, потрясена Сайберг. Еще и теперь один Нунес удар. В роль охотницы. 3-4-5. Да. Падает Сайберг. Продолжает ее избивать Нунес через руку. Глухой нокаут. Аманда Нунес. Чемпионка UFC в полулегком весе. Сенсация и апсет. Поздравляет Дана Уайт Аманду Нунес. Как быстро, словно Ронду Роузи, переехала Аманда Нунес сегодня Крис Сайберг. Вот это да! Сумасшедший поединок. Быстрый, но какой. Второе поражение в карьере терпит Крис Сайберг. Первое было давным-давно в дебютном поединке. Второе сейчас вот такое сокрушительное. Нокаутом. Да, обычно соперницы Крис Сайберг вот так после боя сидят совершенно потерянным взглядом где-то в углу, обливаясь кровью. Но настал черед могучей бразильской спортсменки. Не верит она в произошедшее. Крис Сайберг хотела зарубиться, идти сразу вперед, действовать в своем исконном стиле. Как правило, остальным приходилось подстраиваться, а Аманда приняла эти правила игры. Этот бой не мог просто по-другому развиваться. Обе очень агрессивные, обе хищницы, которые привыкли действовать в роли агрессора в октагоне. И, в общем, как многие предполагали, сразу же пошел бой на встречных курсах, рванулись друг навстречу другу девушке. Ну что ж, лично я хочу реванш. Вы как, Алексей? И я уверен, что это вот на ближайшие месяцы станет главной целью для Крис Сайберг. И принципиальнейшим просто моментом. Давайте еще раз смотреть. Ведь сначала, вот он, наверное, ключевой момент, когда была уже потрясена Сайберг. И затем почувствовала кровь Нунес. А здесь уже добивала. Размашивает справа, точно слева в челюсть. Еще один справа. Здесь уже пошла не то, что борьба, а просто сближаться. И последний удар. Посмотрите, бах! Все, это нокаут прямой. Где-то сейчас, возможно, улыбается Джина Карана. Потому что когда-то, давным-давно, Крис Сайберг учинила Джине просто невероятное избиение. И Карана... ушла из профессиональных смешанных единоборств после того поражения.